Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я вам хотела показать один из самых легких способов закрытия петель. То есть, к примеру, вы связали шарфик и вам нужно закрыть петельки открытые. Первую кромочную снимаем, вторую провязываем лицевой за заднюю стеночку обычным способом. И затем, которую оставляли кромочную, натягиваем на лицевую. Снова провязываем лицевую и натягиваем предыдущую петельку. Такими небольшими протяжками мы можем закрыть очень легким способом. Вот так вот провязываете. Вот у вас одна осталась на спице петелька. Следующую провязываете лицевой и вот так вот натягиваете на провязанную петельку предыдущую петельку. Следующая лицевая, протяжка, лицевая, протяжка, лицевая, протяжка, лицевая, протяжка, лицевая, протяжка, лицевая, протяжка, лицевая, протяжка. Лицевая, протяжка, лицевая, протяжка, лицевая, протяжка. И последняя, лицевая, протяжка. Затем крепите вашу петельку, последнюю закрепляете. И посмотрите, очень аккуратный такой вот способ закрытия петелек открытых. И как видите, получается очень довольно-таки ровная косичка, красивенькая и не сильно отличающая от набора петель. Вот, вы набирали петельки и закончили. То есть вот один из самых-самых простых способов закрытия открытых петелек. Я надеюсь, что вам такой способ понравился. Он довольно-таки легкий в выполнении. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек. Пока-пока.